Коллеги, добрый вечер. Я опять нашел траки. Смотрите, какая лента длиннющая, вот такая. О, смотрите. Что тихо делаю. Вот с этим нашел прибором, вон он лежит, отдыхает. Теперь наша задача выкопать это все дело. Помочь? Нет. Оператор пусть снимает. Ты же не вытащишь один. Бедняжка, да? А? Да я не тебе. Я... Как они там называются-то? Тем, кто смотрит. Всем желаю таких находочек. Да, это какие-то другие, походу, траки. Шоки. ТТшные, может? Будет круто, если так и есть. О, здоровые какие тяжелые. Не, не ТТшные. А вдруг? 75-е это. Лопат не сломаю. А я выбрался всего лишь выкопать 20 килограмм. У меня до тонны осталось 20 килограмм. И все, и тонна будет накоплена. Тут точно тонна будет. Тут все 100 килограмм будут. И все, я наконец-то преодолел отметку в одну тонну. А то я обычно же накопал-сдал. Накопал-сдал. Ну это когда цена была по 20 рублей, да. И больше. Получается, у меня за неделю где-то почти полтонны выкопано. Ну тут можно сказать практически... Ёбаный везунчик. Практически целая гусянка, да? Почти. Гусянка целая, знаешь, какая длинная. Ну мне никогда была. Не попадалась еще такая прям целая, чтобы длинная была. Может, она еще в землю вглубь идет. Кто его знает? Наряд. Не зря я сюда пришел. А днем, знаешь, сколько накопал туда? 58 килограмм. За 2 часа. Копай. За 2 часа примерно. Зрителям интересно. Блин. Давай 4 руки попробуем. Нет. Я должен его сам. Не соглашается даже. Тут машина, да, наверное, нужно дергать. Угу. Что, еще дальше что ли идет? Зубы торчат. Сейчас выдерну. Рождение трака. Вот так траки рождаются, на. Держи, я вытаскивать буду я сам. Тихо, тихо, тихо. Куда? Тяжелый. Обосрешься? Да не. Ух, сколько тут их! Мать Маша! Раз, два, три, четыре. Ай, это, наверное, 15 штук точно будет. Давай, давай. Зрители ждут. Как раз каждый по 8, плюс палец по килограмму. Давай, снимай прям это все, зафиксируй этот момент. Охереть, тяжелые какие. Надо будет выбивать эти машины, не поместится. Либо на трактор приезжать. Поместится, поместится, но ты хера их погрузишь. Да, именно. Наконец-то скажу своим, на тракторе приезжайте за металлом, да? Да? Наверное.
Блин, дальше туда идет, внутрь. Я говорю, длинный. Наверное, размотать надо, чтобы тут обкапывать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 штук уже есть. Красота, да, какая? Ага, мне бы так найти. Вот ты уедешь, я буду ходить по полной. Ага, только я уже все выкопал тут. Не все еще. Не все, даже не все. Я тогда в городе был, я нифига не копал. Ну, как будто у меня время есть. А потом как будто будет время. Ты всегда на потом оставляешь? Я не на потом не оставляю, у меня времени не так много. Еще и высыпаться надо. А я прихожу и выкапываю. Да ты потому что колдун, ебучий. Ага. Просто я копаю себе. Ну ты колдун просто. Наколдовал себе что-нибудь, наверное. Потому что нереально это, когда так везет. Что это такое? Так. Голый, что ли, лежал? Плюс один. Уже один. Подари мне этот. Куда? Тебе так много траков. Ага, сказал ты. Ну я виноват, что тебе тогда, помнишь, как везло с траками? Ну да. Я вообще ни одного не поднимал. Если тебе сейчас так везет траками. А теперь пришла моя очередь. А потом моя очередь. Ну не знаю. Потом будет моя очередь. Дальше он идет. Ну давай быстрей. Блин. Люди ждут. Я хочу этим моментом насладиться. Покажи вот эту красоту, как он лежит так. Да, отдыхает. Ждет своей будущей переплавки. Ну или будет дальше лежать. Ну, где-нибудь в гусенице. Можно продать, конечно. Смотри, все зубья нормальные. Но? Плюс у меня дома все целые. 3 за 10, наверное, возьмут. У меня, получается, целая гусянка выходит. Дома 16 штук, где ты тут. Надо реально на тракторе будет забирать. О, все. Сейчас еще проверю. Тут еще не, все, взять. Все, она сдвинулась полностью. Нет, рядом еще по одному может быть лежать. Ну да. Там еще сигналы были. Наверное, кто-нибудь туда сюда застрял. Мухи. Ты, здесь застрял? Может, они перебывались? Хотя застряли, я думаю. Тут же весной разлив. Но. Они весну, может, что делали, тут отдыхали как раз в бане, там чпокались. Это же бани раньше были. Ну, короче, наверное, порвало просто. Пьяные позастревали тут. Вот БТТшник здесь застрял бы, да? Ты же видел, какие здоровые. Вот эти траки. Ебать, ну прям вообще красота. Только сколько тут? Ты чё, не поднимай? Дебил, тут больше сотки по-любому. Конечно, тут больше сотки. 1,8 плюс палец. Сейчас посчитаем, сколько у нас тут килограмм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13 траков, 13 на 8, 80, 104 килограмма траки и 12 пальцев, 115 килограмм с одной ямки. Пиздец. Ебануться, блин. Надо, наверное, пополам не один хотя бы выбить. Да не получится. Они же крепко сидят там. Ну, блин, она даже в этот, из-за этого трактора гнать тоже как-то. Ну ты гордый за туп будешь, блин. Ага. Такой, алло, да, трактор прогонять, я тут гусянку почти выкопал. Красота, да? Ага, вообще. Смотри. Ух, мы накопали, вот они мои траки. Пальчики. Еще пальцев столько много. Тут 13 сколько ты штук накопал? Ну пойдет. Раз, два, три, четыре, ну около 8. За 30, наверное, я столько, да. Столько накопал. Около 8 штук. И у меня штук 20, наверное, траков. Фу, отлично покопали. Отличный коп, шикарно все.
Всем желаю также копать. Всем пока, всем добра. Всем добра. Подписывайтесь. Дальше только лучше.